Дорогие якутяне, через несколько минут бой кремлевских курантов возвестит наступление нового 2023 года. По всей нашей бескрайней республике, в каждом доме, вместе с родными и близкими мы встречаем Новый год с надеждой на лучшее, с верой в будущее. Уходящий 2022 год запомнится нам всеобщей сплоченностью во имя нашей страны, ее свободы и независимости. Вместе мы все поддерживаем бойцов якутян, участников специальной военной операции. Вместе мы окружаем заботой их семьи. Я благодарен вам, дорогие сограждане, за взаимную поддержку и единство в это непростое время. Прошедший год был особенным для нас, годом столетия Якутской АССР гордость за родную республику, за наш многонациональный народ, эти чувства мы испытываем, осознавая величие пути, пройденное Якутией за столетие. Наша республика сегодня лидер экономического роста на Дальнем Востоке, центр просвещения и науки, центр сохранения культуры и языков северных народов. Юбилейный год запомнится трудовыми достижениями якутян, рекордами в угольной, нефтегазовой и золотодобывающей промышленности успехами наших предпринимателей и тружеников села. Год запомнится строительством более полутысячи километров новых дорог, строительством десятков школ и детских садов, больниц, домов культуры, спортивных комплексов в районах и городах республики. Запомнится радостью тысячи людей, переехавших в новые квартиры из аварийных домов. Родной республике были посвящены успехи якутян в творчестве, образовании, науке и в спорте. Замечательные, яркие страницы открыли ценности культуры многонациональной Якутии далеко за пределами Родины. Год матери в республике был наполнен счастьем создания молодых семей и рождения детей будущего Якутии. В Новый год мы вступаем с благодарностью за все хорошее и доброе, что было в нашей жизни в году уходящем. Мы любим свою родную землю, ее суровую и прекрасную природу. Мы с огромным уважением храним великое наследие народа. И мы открыты для всего самого нового и самого передового. Для объединения наших сил, нашей воли и энергии ради будущего я объявил 2023 год годом труда в Республике Саха-Якутия. Жизнеутверждающим трудом мы будем добиваться победы и процветания для нашего многонационального народа, для нашей республики и всей страны. Дорогие друзья! Я искренне желаю, чтобы во всех домах Якутии царили мир и благополучие, здоровье и счастье, любовь и уважение. Цените себя, берегите своих близких. Праздничного настроения, исполнение всех заветных желаний, дорогие якутяне. Сагалнан Ханаджоннан. Кюнду бирдай дулахтаром.